Всем привет! Сегодня я записываю просто мега позитивное видео. Извините, если буду несколько раз одни и те же слова повторять, потому что я в восторге полном и счастье. До сих пор вот уже почти полсуток прошло, а я прыгаю до потолка. Сначала я хочу вам показать, конечно, что Леночка мне прислала в подарок. И это была палетка Nike 3. Я просто до потолка прыгала, когда увидела ее и... держу в руках, мне не верится, это просто безумно классный подарок. И вот такие два Кармакса. Один она мне прислала с SPF 15, вот такой я еще не пробовала, обязательно оставлю его на лето в стикере таком, в виде гигиенической помады, и буду им пользоваться. А второй вот такой вот оригинальный, который я тоже очень люблю, сейчас он у меня уже почти заканчивается. И буквально накануне ночью я лежала и думала о том, что... где мне надо будет опять заказывать этот Кармакс как-то, потому что я им спасаюсь и на ночь каждый раз его наношу и пользуюсь им постоянно, ежедневно. Она пошла в Сефору и купила мне вот эту вот палетку. Я просто в восторге. Лен, спасибо огромное. Если бы ты видела вчера мой восторг, когда я получила эту посылку, я прыгала до потолка, я делала различные... физические упражнения, да, акробатические. Вы знаете, когда чего-то очень хочешь, и это получаешь еще в подарок, и вдвойне приятно, когда это еще человек, который как-то смотрит твои видео и вот так к тебе относится, что ему ничего не стоит пойти и сделать тебе приятно, вот так вот отправить. И ведь это все равно вкладывается в это огромные труды, когда человек пошел, купил, это надо все запаковать, отправить. И это время, это деньги. И, Лен, просто я это вот ценю, я не знаю, я правда тебе говорю, но Лен запретила мне отправлять ей что-то, потому что она не хочет ничего в ответ от меня получать. Наверное, давайте о самой палетке Nike 3. Я, конечно, не знаю, я сделала макияж сегодня с ней уже, потому что мне вчера девчонки в Инстаграме спрашивали, когда фотку выложила, о том, что мне пришла она. И спрашивали, как, чего тебе, расскажи. Я не знаю, может быть, мне сделать отдельное видео. Если вам интересно мое мнение, я, конечно же, сниму видео о ней. Итак, замечательная, как всегда, красивая коробка. Извините, что у меня так свет, у меня солнце просто заряет всю мою комнату. И, наверное, оно радуется вместе со мной. Итак, вот эта вот коробка, то есть очень классно тоже все сделано. Даже вот смотрите, до мелочей, что в коробке внутри вот так вот продуман такое светло-сиреневый такой оттенок в стиле Urban Decay, да. Шла вот такая вот, не знаю, брошюрка, да, там внутри базы под тени, то есть вот это вот Primer Potion. Вот, но я еще не открывала, тут как заклеено все. Итак, сама палетка. Ты-ды-ды-ды. Девчонки, она, конечно, классная. Я вообще нисколько не жалею, что она у меня есть теперь в коллекции. Для тех, кто говорил, что она, ну, проигрывает первой и второй, мне кажется, первой, наверное, ни одна палетка не уступит. Она классная, она такая вот сочная, она такая вот именно насыщенная, да, прям шоколадная. Но остальные все равно разнообразные палетки. Например, второй я тоже с удовольствием пользуюсь вот именно сейчас зимой, потому что она отлично подходит вот под какой-то более светлый мой тон сейчас кожи и классно подчеркивает карие глаза. Насчет третьей палетки, почему я ее очень хотела, я об этом писала в Инстаграм, кстати, где Лена это увидела, да, что я ее очень хочу. Сказать так, я была уверена, что мне эта палетка подойдет, эти оттенки. Потому что здесь все в таких коричнево-розовых цветах. То есть, девчонки, не думайте, что эта палетка чисто розовых оттенков. Нет, это на самом деле не так. Нет. Когда вы берете эту палетку и начинаете ей пользоваться, так как мне это показать, и начинаете ей пользоваться, то поверьте мне, вот я сегодня делала макияж, и вот если на солнце, сейчас при дневном свете вы видите... как у меня глаза, у меня сделано с тремя оттенками глаза, вот, это самый светлый в уголке глаз, далее на все веко оттенок Burnout, и на складку я тушевала Factory такой коричневый. В коричневых также тонах, как и предыдущий, только просто у них есть такие небольшой пигмент розовинки, то есть, например, какой-то шиммер розовинки. То есть, например, на солнце, вот когда я сегодня красилась основным вот таким ярко, на мой взгляд, выраженным розовым оттенком, вот этим, третьим, да, в палетке, то я на самом деле думала, о, да, может быть, у меня сейчас в деле будут заплаканные глаза. Но это не так, девчонки. Вы понимаете,
он растворяется на глазах, и он выглядит натурально, вот именно как naked, да, натуральный оттенок, коричневато с розоватыми вот такими вот частичками. То есть это не смотрится заплаканно. Вот скажите, у меня смотрятся заплаканные глаза? Нет. На самом деле палетка также качественные оттенки, они очень пигментированные. Наверное, я сейчас не буду подробно о каждом оттенке рассказывать, о каких-то подробностях. И у меня есть, в принципе, что сказать. Может быть, давайте на самом деле сниму отдельное видео. Потому что я хотела сделать вот такое вот видео благодарность для Леночки. И я не буду тут затягивать об этой палетке. В ней идет вот такая кисточка. Тоже, на мой взгляд, очень оптимальная. И мне нравится то, что если я даже возьму с собой палетку, вот этой кисточкой я могу сделать макияж. С одной стороны здесь двухсторонняя кисть идет, с одной стороны вот такая вот плоская, узенькая, вот ей наносила оттенок светлый, классно наносит в уголок глаза и под бровь. И вторая растушевочная в форме такой, можно сказать, 217-я, она очень похожа, то есть ей я не тушевала, но я уверена, она тоже очень мягкая и очень упругая. Синтетическая кисть, отлично можно растушевать любой оттенок. Девчонки, я для себя сделала вывод один такой, что я много говорить не буду, но я скажу так, я еще поняла, что добро возвращается. И вы знаете, вот на самом деле, об этом не надо говорить, но я уже по себе поняла такую вещь. Если я кому-то делаю добро, я потом вижу, как оно мне возвращается даже вдвойне. Вы понимаете, это просто классно. И никогда не ждите от кого-то что-то. Если даже вы сделали кому-то приятно, сделали кому-то хорошо, в чем-то помогли, поверьте, это вам еще 100 раз вернется. Леночка, огромное тебе спасибо еще раз. И у меня нет слов, чтобы описать свои слова благодарности тебе, правда. И опять же, меньше слов, больше дела. Девчонки, спасибо всем огромное за просмотр. Если вам понравилось это мегапозитивное видео и вы за добро на земле, ставьте пальчик вверх и увидимся в следующих видео. Всем пока!